Сегодня хочется забыть, что такое бэклог, и о том, что его нужно опустошать. Сегодня хочется думать, что есть бар, и его нужно опустошать. Его нужно, нужно вливать не ветки, да, нужно вливать алкоголь. Добро пожаловать в новый штаб Мстителей. Хочу, чтобы сегодняшний вечер прошел просто искрометно, потому что как мы с вами встречаем Новый год, так мы его с вами и проводим. Вот. И поэтому следующий год я хочу, чтобы он был просто супер бомбический. Спасать не одну вселенную. Хорошенько погуляйте, всем привет передавайте. Мы сегодня дома, потому что мы устали, потому что было много. Если вы пришли в костюме, то будьте уверены, вы сможете уйти отсюда с хорошим подарком. Холодно на улице, а у нас тепло, мы топим. Гуляем на крыльце. Даже в ванной есть вода, и горячая всегда. И не нужно ехать в баню, и не нужно никуда. Ну а если вы серьезно, то оденьтесь потеплей. Поезжайте на маршрутке, всего 45 рублей. Такие аватарии самые лучшие. Мы сегодня дома, завтра тоже дома, послезавтра дома, послепослезавтра тоже дома. Выезжайте там без нас, погуляйте там за нас. Хорошенько погуляйте, всем привет передавайте. Такая прям, знаете, безумная компания Marvel, DC. Ну, я так понимаю, еще некоторые из Dark Horse у нас переоделись с комиксов. Почему вам надо ехать? Мы 100 раз уже там были. Вы купите мне картину. Выбирайте покрасивей. Буду вечером сидеть. Буду на нее смотреть. Там кафешка у Натальи, ох, видно ресторан. Неинтересно, что не видели бы там. Барышев Сергей, друзья! Мы сегодня дома.